Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Лаокон. Лаокон в послегомеровском эпосе жрец Аполлона в Трое, пытавшийся остановить своих граждан, которые открывали ворота город Троянскому коню. Лаокон был вместе со своими двумя сыновьями задушен змеями, подосланными то ли Аполлоном, то ли Афиной. И Аполлон и Афина покровительствовали грекам в их войне с троянцами. Эту историю передает Вергилий во второй песне «Энеиды». Яркий образ Лаокона остается в памяти от знаменитой скульптурной группы, созданной на Родосе около 25 года до нашей эры и перевезенной в Рим императором Титом примерно в 69 году, где ее видел и описал Плиний-старший. Лаокон и его сыновья были вновь найдены и опознаны по описанию в развалинах терм Тита в 1506 году и перевезены папой Юлием II в Ватиканский музей, где эта скульптурная группа и находится в настоящий момент. Лаоконом восхищались Микеланджело, Бернини и Рубенс. Лаокон произвел странное впечатление на Тициана, разразившейся карикатурой обезьяна Лаокон. Из Википедии. Лаокона по-разному называли сыном Акоэта, Антенора или Посейдона, или сыном Приама и Гекуба. У него было двое сыновей. Согласно Квинту, Лаокон умолял троянцев поджечь троянского коня, чтобы убедиться, что это не уловка. Афина, разгневанная на него и троянцев, потрясла землю у ног Лаокона и болезненно ослепила его. Троянцы, наблюдая за развитием событий, предположили, что Лаокон был наказан за то, что троянцы изувечили и усомнились в Синоне, греческом солдате, под прикрытием, посланном убедить троянцев впустить его и лошадь в их городские стены. Таким образом, троянцы вкатили огромного деревянного коня. Лаокон не оставлял попыток убедить троянцев сжечь его. Согласно одному источнику, именно Афина наказала Лаокона еще больше, послав двух гигантских морских змей задушить и убить его и двух его сыновей. Другая версия истории гласит, что именно Посейдон послал морских змеев, чтобы убить их. И согласно Аполлодору, именно Аполлон послал двух морских змеев, потому что Лаокон оскорбил Аполлона, занявшись сексом с его женой перед его культовой статуей. Ну вот так вкратце о Лаоконе. Пока-пока, до свидания.